Друзья, всем привет. Всем огромный привет. Еще что-то у меня пустаку поломанный. Вот это такой дождь шел. И сейчас он идет. Какая прекрасная погода. Мы с собакином вышли пройтись. Линяк аж парит. Есть у Кузьмина песня классная, «Ливень». Мне так она нравится. Какой прекрасный ливень. Ну, тихо по обстановке в городе было. Тихо. Слышите звук? Это гром. Это гром гремит. Класс. Собакин, иди быстрее. Так важничает идет. Куда ты? Вот. Да. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Где хочу пописать, где хочу. И так дальше. Класс. Погода супер. Да, тихо было ночью. Я аж проспал сегодня немножко. Только-только проснулся. Выходите. Котов не видно где-то там. Позабегали, звали. Не заходили они. Заходите. Вчера. Ну, скажу так, не холодно. Но я в куртке. Ну, куртка, потому что, наверное, ляпотит. Дождик. Но погода шикарная. Мне нравится, когда ветер. Вообще не знаю. Но я по знаку зодиака Овен. Это знак такой. Люблю я такой. Такую погоду, в общем. Обалдеть, класс. Походочка, как в море лодочка. Лодочка моя стоит тут без дела уже месяц, наверное. Класс, класс. Извините за частое повторение. Это мне нравится. Я рукой прикрыл микрофон, не знаю, может будет шуметь сильно. Гром с двух сторон. А может и не гром с одной стороны, не знаю. В общем, вот такая погода. Смотрите. Это сейчас Славянская вот такая вот. Не знаю. Может на объектив попадет. Суперовская погода вообще. Попьем и будем телевизор смотреть. О, надо не забыть виноградика покушать по пути. Пойдем, собаки. О, Люся, ты где была? Мокрая вся, блин. Люся, идем. Даму вперед надо пропускать. Ты, джентльмен. Невоспитанный собакин. Ух, ветер какой, а. Вот он. Пойду детенышу отнесу. Да, моему ребятенку скоро 15. Это люди думают, что он маленький. Уже почти выше меня. 7 лет борьбы за плечами у него. Вольной. Куча наград. Молодец. Старался парень. Ну, в силу причин, обстоятельств, пришлось это бросить. Нас тренировал, начинал тренировать. Самый главный тренер в Славянске. Николай Афанасьевич. Липовой фамилия. Легендарный человек. Он мне на 50 лет подарил свою книгу. Но он написал книгу. И подарил мне на 50 лет свою книгу. С автографом. Очень сильно тронуло. Так, друзья. Люся, заходи. Люся.
Вот такая ситуация. Слава богу, спокойно. Что будет дальше, посмотрим. Дождь шпарит. Ну и хорошо, это радует. Все, друзья, на связи, пока.